Добрый вечер, мои дорогие друзья! Хочу вас сегодня пригласить на новиночку. Моя дочка Алина с зятем Димой приобрели такую интересную штучку. Хочу вам показать тоже. Решили сделать обновочку и купили вот такой вот домашний робот-пылесос. Посмотрим, как работает. Нажимаем, включаем, поехал знакомиться. Оп. Это его дом. Но нужно включить сеть, чтобы потом пылесос смог найти его и подключиться для дальнейшего питания. Например, сейчас я нажму на дом, и он должен найти его. Правда, интересно?